Всем привет! Сделала еще одну работу. Готовлюсь к ярмарке. Делаю простые, такие несложные браслетики, небольшие работы, чтобы было с чем идти. Перед вами плетенка, женский браслет, украшенный цветком. Плетение в 6 полос. Это кожа вощеная, коричневый коньяк, цвет коньяк называется. Кожа без покрытия, матовая. Интересна своим таким ретроэффектом. Кто любит такой, она очень мягкая. Кто любит такую кожу, естественную, вот, пожалуйста, такая работа. Закрывается этот браслет спереди, сверху, кнопкой. Кнопка, которая с другой стороны в виде цветка сделано. Вот в расстегнутом виде он выглядит вот так. Плетение в 6 полос, оно также цельное с двух сторон, то есть полосочки не разрезаются. С обратной стороны такого вот бархатного. Необработанная кожа, она тем и хороша, что она вот такая вот очень мягкая, эластичная. С обратной стороны бархатная, такая приятная. Ну, я не могу сказать, что она какая-то там колючая, а очень мягкая кожа. И вот так выглядит с обратной стороны. То есть все полосочки заплетены, и в центре они фиксируются. На руке выглядит вот так. Обратная сторона полностью плетеночка, две гладеньких таких заглушечки. И расстегивается сверху кнопка под цветочком. Это браслет на неширокую руку, неширокое запястье. Вот мое запястье 16,5 сантиметров, ну то есть 16-17. Для девочек тонкокостных, вот у кого такие тонкие запястья, вполне хорошо. 18, наверное, уже будет плотно, плотненько. 17-16 оптимальный размер. Все, вот такая работа. Готовлю к ярмарке. В магазин навряд ли успею выставить, но только если на ярмарке вдруг не продастся. Все, спрашивайте в комментариях, если кому интересно цену, или смотрите, или так задавайте вопросы. Такую работу можно сделать и на заказ. Она несложная, недорогая. Поэтому спрашивайте, кому интересно. Все, всем хорошего дня. Пока-пока.